about sports verbs. What is the difference between these verbs? Итак, когда речь идет о спортивных играх и занятиях спортом, учащиеся нередко путают такие глаголы, как play, go and do. Так давайте разберемся, в чем же разница между этими глаголами и как правильно употреблять их. Итак, глагол play. Глагол play употребляется с теми играми и видами спорта, в которых состязаются команды, используя при этом мяч, шайбу или волочек. In other words, we use play with ball games. For example, например, play football, play basketball, play tennis. То есть играть в футбол, баскетбол или теннис. Глагол go мы употребляем с названиями спорта, которые заканчиваются на ing. На русский язык мы можем перевести это как заниматься чем-то или пойти что-то сделать. In other words, we use go with words ending in ing. For example, например, go swimming, go ice skating, go sailing. То есть заниматься плаванием, заниматься фигурным катанием и так далее. Глагол do. Глагол do употребляется с названием видов спорта, которые представляют собой физические упражнения, индивидуальные дисциплины, боевые искусства. In other words, we use do with other sports. For example, например, do gymnastics, do athletics. Заниматься гимнастикой или заниматься атлетикой. В заключение мы представляем вашему вниманию небольшую табличку, в которую включены названия видов игр и глаголы, которые с ними употребляются. Thank you for your attention.